круче работу, я имею больше денег, у меня крутая тачка. И тогда что-то я на брата смотрю просто по-братски или все-таки немножко так. Понимаете, какие язык лжи, руки проливающие кровь невину, сердце кующее злые замыслы, ноги бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями, в том числе и сестрами. Есть это у меня или нет? И вот Давид правильно сделал. Он сказал: Господи, я помню, что Павлик в тот раз, он читал это местописание. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот так вот Давид говорил: Господь, вот я не хочу, чтобы мир. Почему мы об этом мерзости говорим? А потому что вначале, знаете, можно все делать, а там написано, и никто не войдет в этот город. Как? Почему? А потому что ты можешь преданным